борьба была хорошая, я считаю, не справились немножко на блоке и подачу свою не смогли показать хорошую. Вот, а так в целом хороший матч был. Я думаю, что сегодня была интересная игра и для болельщиков, и для нас, потому что мы все-таки набираемся игровой практики, и команда достойный соперник. Ну, результатом мы довольны, конечно, хотелось 3-0, но 3-1 нас тоже устраивает. Это не стыдно проигрывать «Динамо». «Динамо» очень хорошая команда. Но я не чувствую, так сказать, хорошо себя сегодня, потому что мы не играли перво тактически то, что договорились. На много-много ситуаций имали, когда после защиты не пасовали хороший пас в зону 2 или 4. Это много-много раз получилось, а такая команда, как «Динамо», то просто не прощает. Довольно-таки вязкая игра, не очень эмоциональная, но очень-очень вязкая. Очень много длинных розыгрышей. Где-то могли играть лучше. Тактика подачи была, конечно, но самое важное, чтобы подавали свою лучшую подачу на игру. Сегодня, а может быть, это вторая партия была так-так неплохо. А все остальное было очень-очень плохо. Плохо в смысле, что я думаю, что боялась ошибки. Всегда есть куда стремиться. Это во-первых. Во-вторых, ну, у вас добавится еще одна иностранка, поэтому сейчас куда-то на небеса возноситься, что мы выиграем, я думаю, что не стоит. Надо просто трезво оценивать ситуацию, смотреть вперед и готовиться. Все основные матчи еще впереди. Ну, я думаю, все еще добавятся временем. Да, насчет сыгранности с каждым днем лучше, и это не может не радовать.